Всем привет! Существует такая антенна кратковолновая, симметричный диполь, два плеча одинаковых, и симметричная линия снижения в виде лесенки вот такой выполнена. Эта антенна шла в комплекте с какой-то отечественной советской военной радиостанцией типа Р-130 или что-то подобное. Я вам хочу рассказать об этой антенне и об ее применении для любительских целей, для радиосвязи на КВ из полевых условий. Сейчас я эту антенну из такого запакованного вида распакую, размотаю. В результате у меня получится два плеча примерно по 30 метров. И от центра их снижение симметричное, симметричная линия. Центр этой антенны я подниму на дерево, предварительно закинув веревку на одну из крупных веток дерева. А края закреплю на высоте вытянутых рук примерно. Далее это симметричное снижение я подключу к тюнеру, имеющему симметричный вход. Ну а соответственно тюнер к радиостанции кратковолновой. Симметричная линия размотана, вот это центр антенны. Подвешиваться она будет вот за этот вот крючок. И два плеча, каждый намотан на своем мотовиле, примерно по 30 метров длиной каждая. Сейчас будут забрасывать веревку для того, чтобы поднимать центр этой антенны. Закрепил центр антенны за веревку, закинутую на дерево. Сейчас буду поднимать этот центр, разматывать, соответственно, плечи антенны. Вот так я развернул эту антенну здесь в лесу, подключил к тюнеру и радиостанции, можно, соответственно, работать в эфире. Эта антенна удобна тем, что она может быть настроена на практически любой любительский диапазон с помощью тюнера, так как она подключается не с помощью коаксиала, а с помощью симметричной линии, то диапазон, так сказать, настройки ее очень большой. При длине плеч вот у этой антенны порядка 30-35 метров, можно ее настроить с помощью тюнера практически от 2 МГц до 30 на любую частоту, соответственно, почти на все любительские диапазоны. Я думаю, что и на 160 метров, на 1,8 МГц она тоже настроится, но эффективность ее будет там уже, так сказать, недостаточная. На всех остальных диапазонах она будет работать достаточно нормально. Ну, конечно же, хуже, чем однодиапазонные, чем узкополосные антенны, предназначенные для одного только лишь диапазона. Конечно, она будет хуже работать. Но для приема в качестве обзорной какой-то антенны она достаточно удобна. Вот, конечно, крупная она, два плеча по 30 метров разворачивать в лесу не быстро. Но зато, если вы ее развернете, такую антенну, то вот весь КВ-диапазон вам доступен. В будущем в других своих видео я планирую вам показать сравнение работы этой антенны с однодиапазонными диполями на 7 на 3,5 МГц. А в этом видео я рассказываю только об этой антенне, о том, как ее можно развернуть в лесу, как ее подключить к радиостанции. Работайте в эфире на коротких и ультракоротких волнах из стационарных и мобильных условий. Смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!